Какие у нас еще варианты для того, чтобы мотивировать молодых специалистов оставаться у нас? Ну, как минимум, жилье, служебное жилье. Факт. Член Центрального штаба ОНФ Денис Майданов встретился с трудовыми коллективами поселков Новоивановское и Заречье. Людей волнуют разные вопросы. Трудоустройство молодежи, предоставление льгот, пенсионные выплаты, ограничения в интернете и многое другое. Майданов постарался услышать каждого. Моя задача максимально погрузиться в повестку, о которой говорят люди, и я их всячески убеждаю всегда не оставаться безучастным и свои наказы, пожелания, мнения, требования всегда писать и отправлять для того, чтобы я их принимал и мы вместе могли реагировать, воздействовать на исполнительную, административную власть, на будущие законы, чтобы мы имели влияние. Главное – желать перемен и оставаться неравнодушным к общим проблемам, уверен Денис Майданов. Совместными усилиями можно добиться положительных результатов в разных сферах деятельности. Для этого будет продолжать встречаться с жителями округа и собирать их наказы. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».